Рухнули стены, под завалами оказались 30 человек. В Бобруйске прошло командно-штабное учение. По легенде, злоумышленники взорвали сталинку на Ковзана. Четырехэтажка сложилась как карточный домик и замуровала жителей под грудой кирпичей. Центр оперативного управления поступило вводное о том, что в городе Бобруйске под завалами находятся люди. Слышны голоса, крики о помощи. Прибывшими на место подразделениями МЧС были люди деблокированы и переданы работникам скорой медицинской помощи. Бойцы МЧС спасли всех пострадавших. В инсценировке участвовали комбинат панельного домостроения, автобусный парк и Бобруйский водоканал. Проводится республиканская команда штабные учения на всей территории Республики Беларусь. Мы являемся, город Бобруйск является звеном. Значит, сегодня поступил определенный сигнал для выполнения определенных задач. У нас задействована инженерно-техническая служба города Бобруйска. Это задача по ликвидации аварийного здания. Огнеборцы и службы гражданской обороны справились с поставленными задачами. Комиссия выставила оценку «отлично». Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.